Это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Иногда владельцы этого имени даже преувеличивают собственное значение. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. В этом имени звук В не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Ни за что на свете люди с этим именем не покорятся никому и ничему. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Самыми удачными днями недели для этих людей является воскресенье или понедельник, особенно если на один из этих дней приходится магическое число 1. Обладатели этого имени испытывают странное притяжение ко всему, что связано с числом 4. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Буква Ж в имени – это стремление к эстетической завершенности. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.